Попасть в страны Евросоюза казахстанцам, возможно, станет проще. Накануне вступило в силу соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС. Оно и позволит активизировать работу по облегчению визового режима. Об этом в интервью нашему телеканалу заявила глава представительства Казахстана при Европейском Союзе и НАТО Айгуль Куспан. Она отметила, что параллельно с договоренностями по облегчению процедур получения шенгенской визы предусмотрено также и подписание соглашения с Евросоюзом о реадмиссии. Данная процедура предполагает Казахстану обязательства по возвращению за свой счет граждан из стран ЕС, нелегальных мигрантов, нарушителей местного законодательства и так далее. Мы говорим о том, что Казахстан не представляет из себя миграционной угрозы. Казахи любят поехать в Европу, любят потратить деньги, посмотреть все. Но они также очень любят вернуться к себе домой. И над этим мы работаем уже очень много лет. Нужно было убедить Европейскую комиссию, нужно было убедить каждую страну. То есть можем ждать облегчения Шенгена, в принципе? Нужно ждать, и я думаю, что оно будет дело времени. Отметим, что в эксклюзивном интервью нашему телеканалу Айгуль Куспан поделилась и другими деталями соглашения о партнерстве Казахстана и Евросоюза. Кроме того, спикер затронула темы последствия Брексита, проблемы гендерного неравенства и двусторонних отношений Казахстана с Бельгией. Полную версию интервью смотрите скоро на Атамекен Бизнес.